Adesso ti dico. پاپوچ دست شلو بالا رو جمع کن خود رو جمع کن خواهش میکنم مشتم نکن یه مقدار بسته بازش شرایه اینجا که چسبی دو بهش اون سه تا آپرکات دو تا تو پهلو یکی زیر فرک. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех любителей бокса. И сегодня предлагаем вашему вниманию чемпионат мира среди военнослужащих. Грандиозное событие. Прямо сейчас начинаем мы с ринга Б. Вашему вниманию будет представлено 7 поединков. Меня зовут Роман Мазуров, и вместе с вами я буду следить за ходом событий. Итак, стартовый бой. Весовой категории до 60 килограммов. И мы видим сейчас представителя Ирана Мухаммада Камали. Оппонировать ему будет спортсмен из Белоруссии Кирилл Ливанков. Но, в принципе, если мы говорим об уровне участников, то он весьма-весьма представителен, потому что сегодня, ну и в том числе, не только сегодня, но и вообще в целом на ринг будут выходить ребята, которые добивались значительных успехов на международной арене, на внутренних аренах, конечно же, причем будут страны, как привычные нам, так и, в общем-то, наверное, те страны, которые мы привыкли считать экзотикой с точки зрения бокса, и особенно бокса олимпийского, не будем называть его любительским, да, сейчас принято говорить бокс олимпийский. Готовится к выходу Мухаммад Камали. Но в целом, если мы говорим о единоборствах Ирана, то скорее бокс здесь такой некий, скажем так, редкий вид, потому что в Иране всегда была очень сильная школа борьбы, в Иране всегда была очень сильная школа тэквондо, великолепная школа карате ВКФ. Ну а что касается бокса, то если спортсмены или спортсменки, кстати, и появлялись где-то и заявляли о себе, то весьма и весьма точечно. Ну а что касается представителей Белоруссии, то здесь гораздо больше ребят и девчонок, которые выигрывали медали на самом высоком уровне. Ну, в частности, Кирилл Ливанков, кстати, является он бронзовым призером молодежного чемпионата Европы 2019 года. Также был участником чемпионата мира по молодежи 2021 года, но там не смог он добраться до медалей. Причем интересно, что свою весовую категорию Кирилл повышает, да, то есть раньше боксировал 49, потом перешел в 56 и сейчас выступает в 60 килограммов. Регламент боев нам вполне привычен, 3 раунда по 3 минуты, то есть здесь никаких, в общем-то, ответвлений и чего-то необычного нет. Предварительные поединки и затем уже, соответственно, к концу следующей недели увидим решающие бои. Ждем, пока объявят
боксеров, и они уже будут появляться в ринге. Кирилл Ливанков в красном углу, соответственно, Мухаммад Камари в синем. Сегодня мы также увидим одного представителя России, Алексей Симыкен, которого мы все прекрасно знаем. И, кстати, недавно мы наблюдали его бой. Как раз мы помним, та самая матчевая встреча сборной России против сборной мира. Но об этом чуть позже. Выходы в ринг приготовятся боксерам первой пары весовой категории до 60 килограммов. Кириллу Иванкову, Мухаммаду Камали. Первый бой. Рефери поединка Ма Жон Кю, Южная Корея. Боковые судьи. Первый стол Зимбабве, второй Тунис, третий Сирия, четвертый Бразилия, пятый судейский стол Армения. Ring B, ball number one. Referee Ma Jong Kyu. The judges are from Zambia, Tunisia, Syria, Brazil, Armenia. Ну что ж. Все готово к старту. Да, говорил я о том, что сегодня будут ребята, которые нам хорошо знакомы. Будут и представители стран, которые, в общем-то, как я уже говорил, считаются такой в боксе некой экзотикой. Ну вот и посмотрим как раз. Будет интересно понаблюдать за тем, что они смогут предложить. Весовая категория до 60 килограммов. Кирилл Ливанков, Мухаммад Камали. In the red, please welcome boxer from Belarus, Levantov Kirill. And his opponent in the blue corner representing Iran, Kamali Mohammad. В красном углу ринга Кирилл Ливанков, Республика Беларусь. В синем углу ринга Мохаммад Камали, Иран. In the red corner. Итак, друзья, поскольку весовая категория 60 килограммов, соответственно, мы ждем от парней высочайшую скорость, ручную скорость, отличную отточенную технику. Ну и давайте смотреть. Поехали. Представитель Ирана боксирует в правосторонней стойке. Кирилл в классической левосторонней. Хотя на самом деле тенденция в последнее время такова, что стойка правосторонняя, стойка левши уже не становится какой-то редкостью, да, чем-то из ряда вон. То есть, если мы говорим, например, о недавнем чемпионате России, то там соотношение левшей и правшей было примерно. Но если 50 на 50 или даже, ну, конечно, в пользу правшей, наверное, больше, 55 на 45, но вот это точно. Хорошая серия в исполнении Кирилла. Отрабатывает он по туловищу. Опять же, мы видим, что Кирилл старается правильно работать передней рукой. Неплохо по печени атаковал Мухаммад. Передняя рука должна быть сверху передней руки соперника в момент, когда работают в разных стойках. Атакует неплохо с дальней левой руки Мухаммад Камали. Ну и, конечно, Кирилл должен почаще задействовать правую руку, поскольку оппонент работает в правосторонней стойке. И, соответственно, зашагивать за переднюю ногу. Вот что он и делает сейчас. Кстати, хороший правопрямой был от Кирилла. Ну и смотрите, Мухаммад Камали тоже парень достаточно обученный. То есть он тоже работает так, как должен действовать левша. Соответственно, заходить за переднюю ногу оппонента, закручивать в правую сторону, подальше от сильнейшей правой руки Кирилла. Сдваивает джеб Мухаммад. Достаточно длинные рычаги, кстати, у Мухаммада Камали. Неплохо пытается подхватывать атаки соперника Кириллу. Здорово здесь получилось. И рефери делает замечание иранцу. Здорово. Левопрямой заходит от Мухаммада. И тут же в туловище проверяет Мухаммад Камали. Бокс! Минута до конца первого раунда. Пока что парни в высшей степени собраны. И неплохо угрожает сопернику левым боковым, кстати, Кирилл.
достает оппонента левой ручкой Кирилл Диванков. Обмен. Там, кстати, Мухаммад Камали попал. И по туловищу здорово отрабатывает. И посмотрите, как Иранин взрывает сейчас серию ударов. Несколько прямых. И парочка точно в цель зашла. О, немного повело Кирилла. Даже не совсем я понял, от чего это произошло. Жду повтора для того, чтобы понять, что случилось. Ну, может быть, просто, знаете, так ноги загуляли, заплелись, и поэтому... Да, и как раз кричат сейчас Кириллу Ливанкову, чтобы он работал передней рукой, чтобы была передняя выше рука. Опять же, это то, о чем я вам говорил, что как раз в момент, когда работают бойцы из разных стоек, передняя рука должна накладываться сверху, да, должна быть выше передней руки соперника. Ринги провел 99 поединков, 81 боя одержал результат. Профессор является чемпионом Беларуси. Бронзовый призер переста и пропы среди молодежи. Он бьет в сторону, проваливается. Ну и вы слышите, да, что Кириллу Ливанкову советуют на провалах действовать, заставлять соперника мазать и там уже подхватывать атаку и перебивать его. Ну, отличный совет, тем более, что Мухаммад Камали, в общем, дозволяет подобному свершиться. И я думаю, что Кирилл сейчас, последуя этому совету, покажет еще более эффективную работу. Но посмотрим, да, Мухаммад Камали тоже непрост. Старается он работать тоже в достаточно такой силовой манере. Вот опять же неплохо. И смотрите, что Мухаммад старается теперь уже не оставаться после своих атак. То есть он наносит левую прямую, тут же делает нырок. Неплохую работу на ногах показывает иранский боксер. Попал опять левый прямой. Неплохой тайминг показывает Мухаммад Камали. Несколько эпизодов Кириллу вы отдал. Сейчас нужно ему что-то предпринимать. Длинный левый сбоку. Вот на этом моменте, мне кажется, надо Кириллу Ливанкову пытаться ловить оппонента, когда тот наносит длинный удар слева, потому что когда идет короткий левый прямой, то здесь мало того, что Кирилл сам не успевает. Здорово. И тут же по туловищу хорошо попадает. Неплохой эпизод для Кирилла. Идет опять вперед Ливанков. Вот здесь опасное было движение. Опять же, когда боксеры работают в разных стойках, то нередки моменты, когда, точнее, они случаются, происходят чаще, чем обычно, когда сталкиваются головами и происходит рассечение. Не нужно валиться Кириллу, конечно же, совершенно за оппонентом. Неплохо здесь отвечал Кириллу Ливанкову Мухаммад Камали, но немножко подтянулся в этом раунде белорусский боксер. На провале сейчас, да, на короткой оттяжке пытался действовать Кирилл. Ну и смотрите, тоже иранец-то тоже подстраивается, да, неплохая работа на ближней дистанции. Тут же закручивает в правильную правую сторону. Хорошо, Патулович атакует и сталкивает соперника ближе к канатам Ливанков. И там на сайдстепе правый сбоку неплохой выпускает Мухаммад. Вот так и нужно было работать изначально Кириллу Ливанкову. Но мы видим, что даже после своих атак, которые, казалось бы, летят мимо цели, начинает работать в повторной атаке Камали. И таким образом максимально он затрудняет жизнь Кириллу. Хорош, Камали, на самом деле. Очень неплохое впечатление оставляет. Вот опять опасное движение головами вперед. Могло быть столкновение, но, по счастью, его не произошло. Тянется ногами, не доходит до оппонента. И поэтому хорошая контратака удается Мухаммаду. В концовке раунда это очень важно.
Посмотрел так на своих болельщиков. Кирилл сейчас. О, левый сбоку достал сейчас. Мухаммед Камали и в размене оба выглядели вполне себе. Ну что я хочу сказать. На самом деле в этом раунде мне чуть больше понравился Мухаммед Камали. Мухаммед Камали, Иран. Боксер 93-го года рождения. Боксом занимается 11 лет. Ринги провел 45 поединков, 33 боя, одержал победу. Боксер является чемпионом вооруженных сил Ирана. Хороший раунд. Хороший раунд. Монта хаиш амине, че ту хамле хаш. Ребен, ту хамле хаши бейзади фу. Еще раз мы видим на повторах, как работали парни. Вот тут, да, надо сдваивать удары справа. Хорошо, Кирилл в некоторых эпизодах действовал. Да, раунд этот очень важен для обоих. Но я думаю, что и у Мухаммеда Камали есть свои планы на раунд под номером 3, на этот поединок в целом. Неплохая серия, но, в общем, все по защите. И вот здесь атакует Кирилл. Попытался здесь, закрывшись блоком, тут же... хорошо, левый прямой приглашает Кирилл соперника на атаку. Попал Кирилл, здорово. Вышел очень собранным на этот раунд. Достает по туловищу, еще раз справа в голову попадает Кирилл. Леванков, несколько очень неплохих ударов. Себе в актив записывает, хорошие эпизоды. По-хорошему расслабленным вышел на этот раунд Кирилл. Не расхлябанным, но расслабленным. То есть отпустил руки, да, очень легко двигается. Заставляет он оппонента тянуться за собой, и это правильно. Но при этом не просто необходимо заставлять оппонента промахиваться, но еще хорошо бы попадать в контратаках, вот как сейчас, да, пусть там через защиту, но тем не менее. Здорово, отлично подготовил правый прямой. И тут начинает просто уже махать в ответ Мухаммед Камали. Неужто поднаелся, неужто подустал ранец? Но очевидно, что удары его потеряли плотность, и Кирилл сейчас выглядит лучше. А еще боксировать полраунда как раз настает тот самый тяжелый момент. И неплохо на отходе левый сбоку применяет Мухаммед, и по туловищу отрабатывает Камали. Надо бить обязательно. Вот сейчас на характере забирать концовку этого боя Кириллу Леванкову. Тяжело обоим, это очевидно. Правый сбоку от Кирилла. Цепляет соперника джебом. Здорово, идет низковато. Низковато попадает Кирилл, но все в порядке. Бой продолжается. В правильную сторону движется Мухаммед, но он-то сам не попадает. Он больше попал. Очень важный момент сейчас. Чистый эпизод. Еще раз по туловищу с левой руки. Просто в воздух машет Мухаммед Камали сейчас. И Кирилл забирает эпизод за эпизодом. Вот теперь главное еще не нахватать по дурости. Вот, пожалуйста, да, опустил правую руку. Кирилл тут же туда ему прилетело слева. Но в любом случае, этот раунд, как мне кажется, остается за Кириллом Леванковым. Я не знаю, хватит ли этого для итогового успеха. Но, во всяком случае, здесь вот эти 3 минуты Кирилл отработает просто отлично. Да, и гонит его вперед и в углу. И болельщики, которые находятся на трибуне. Все, заканчивается эта встреча. И завершал ее в атаке Кирилл Леванков. Очень хороший третий раунд, но... Опять же, не факт, что это поможет выиграть в поединке, хотя еще раз подчеркиваю, что в третьем раунде Кирилл смог перестроиться, смог навязать оппоненту свой поединок, смог измотать Мухаммеда Камали. Ну и давайте посмотрим, что скажут нам судьи. The winner of the bout by
by split decision is the boxer from the blue corner. Да, смотрите, Мамед Камали забирает этот поединок раздельным решением судей. Но, опять же, я так подозреваю, что как раз именно судьи отдали первые два раунда Мухаммеду, и третий раунд явно остался за Кириллом Ливанковым. Но вот, как я уже и говорил, я выказывал эти опасения, которые, увы, подтвердились. Судьи решили, что Мухаммед Камали достоин победы в этом противостоянии, и он движется дальше по турнирной сетке. Ну что ж, друзья, мы потихоньку перемещаемся дальше. Ждем бой под номером 2. Это будет также весовая категория до 60 килограммов. Ринг Б. Второй бой. Весовая категория до 60 килограммов. Рефери боя Мажи Абазаде, Иран. Боковые судьи. Первый стол Россия. Второй Италия. Третий Беларусь. Четвертый Кения. Пятый судейский стол Узбекистан. Ринг Б. Рефери. Так, прямо сейчас выходит Тайфур Алиев из Азербайджана, которому будет противостоять Насим Хусейн Аль-Кадхи из Йемена. В ринг Б приглашаются боксеры второй пары. Весовая категория до 60 килограммов. Насим Хусейн Аль-Кадхи, Тайфур Алиев. Да. В Азербайджане вообще очень сильная школа всегда была олимпийского бокса. Я думаю, что сейчас Тайфур Алиев нам это подтвердит, тем более, что боец, которому знаком вкус побед, у которого есть опыт выступления на высоком уровне. Вот он, Тайфур Алиев, в синем углу, представляющий Баку. Но родился он в Нахчеване, 97-го года рождения. Он, кстати, является бронзовым призером Европейских игр у себя на родине в 2015 году в весовой категории до 56 килограммов. Аль-Кади Насим Хусейн from Yemen in the blue corner. Али Тайфур from Azerbaijan. Keep your head up. No holding, no lubulu. Кстати, Тайфур Алиев выступал на недавних Олимпийских играх в Токио, но там в первом же поединке уступил представителю Вьетнама Нгуэну Ван Донгу со счетом 2-3. Итак, смотрим. Мы видим, что у Аль-Кадхи есть солидное преимущество в длине рычагов. Он выше. Поэтому здесь, конечно, Тайфуру придется реализовывать свое преимущество в скорости. В работе ног, ну и, конечно же, опыт. Опыт Тайфура Алиева должен помочь ему в этом противостоянии. Тайфур пока что старается много двигаться, тянет оппонента на себя. И мы видим, что заставляет он оппонента бить мимо цели. Это хорошо. Попал с правой ручки Тайфур очень неплохо. Здорово подхватывает атаку соперника Тайфур. Да, вот еще раз подчеркиваю, что тайминг, работа на ногах, скорость, ручная скорость, повторные атаки, все это должно помочь Тайфуру Алиеву в этом противостоянии. Ну а что касается Насима, то здесь, конечно же, работа с дистанции, передняя рука. Но старается запереть Тайфура Насим, но пока получается не очень хорошо, отличный сайдстеп в исполнении Тайфура. Да, и опять же, и повторные атаки. Повторные атаки нельзя забывать. И неплохо с правой руки. И тут же на выходе из клинча левый сбоку. Но там, кстати, и Насим тоже был неплох. Хорошая защита, согласитесь, у Тайфура. Грамотно подныривает под руки оппонента. В дальнейшем
После этих нырков будут удары по туловищу, конечно же. Здорово. Есть преимущество в скорости, очевидно, у Тайфура. По печени неплохо, с переводом на голову атаковал Насим. И уже и сам представитель Йемена демонстрирует неплохую защиту. Меньше минуты до конца первого раунда. Вот здесь такой был эпизод, конечно, немного курьезный. Но мы знаем, что порой после таких эпизодов бывают броски недозволенные. Попал слева сейчас Тайфур, здорово. Справа, точнее, прошу прощения. Еще раз, да, оверхенд постоянно готовит Тайфур. Здорово, на ногах раскачивает, раздергивает оппонента, поджал сейчас в угол и по туловищу отработал. Гораздо более плотными выглядят удары Тайфура Алиева. Сегодня, кстати, мы видим еще одного бойца из Азербайджана. Это Миршариф Казимзаде, но это будет чуть позже, уже в другой весовой категории. О нем расскажу, соответственно, когда он появится в ринге. Хорошо, да? Раскачивает, раздергивает соперника. Тайфур Алиев провоцирует того на выброс ударов и таким образом проваливая его, заставляя мазать. Является чемпионом Йемена, серебряный медалист чемпионата арабских стран. Да, пока что не так много титулов у Насима. Ну, как говорится, лиха беда начала. В целом, на фоне более опытного и мастеровитого Тайфура Алиева, он смотрится вполне себе конкурентно. Продолжаем. Здорово, великолепная атака. Посмотрите, как спрятал силовой левый боковой за легкими ударами Тайфур. Чуть-чуть обработал по туловищу, перевел на голову и тут же левый сбоку вложил и попал. Шикарный эпизод. И мы видим, что Тайфур Алиев добавил, очевидно, добавил скорости, добавил в плотности своих ударов. Еще раз левый сбоку. Там есть дыра как раз под этот удар в защите у Насима. И, конечно, Тайфур будет этим пользоваться. Неплохо на ногах, посмотрите. Да, идет в одну сторону, раз сразу в другую. Максимально запутывает оппонента своими перемещениями. Четко, четко на отходах действует Тайфур. Заставляя оппонента бить мимо цели. Таким образом, ну, очень размашисто, конечно, действует Насим. Такими ударами Тайфура будет достать сложно. Стал активнее давить Тайфур. И вот опять же тот самый левый боковой, который пока доставляет максимум проблем Насиму Хусейну. Пока что действия представителя Йемена не становятся каким-то откровением для Тайфура Алиева, согласитесь. Практически все удары оппонента читает азербайджанский боксер. И вот еще раз, да, показывает хорошую защиту. Даже порой дозволяет себе обороняться с опущенными руками. Правый снизу, да, как раз, мне кажется, открывается неплохо под этот удар Насим Хусейн. Тайфур Алиев, я думаю, будет многократно пытаться его применить. Хорошо. Еще обратите внимание на то, что, во-первых, у Тайфура солидное преимущество в ручной скорости, это раз. И второй момент, что Насим Хусейн пытается действовать, доставать соперника одиночными ударами. Нету повторных атак, и ногами мы видим не в состоянии Хусейн запереть оппонента, лишить его пространства. И, конечно, таким образом он упрощает задачу Тайфура. Здорово закрутил Алиев сейчас, несколько ударов выпускает цель. Тридцать пять секунд до конца второго раунда. Не пугайтесь, это гонг на другом ринге. Давай,
Здорово, отлично. Вновь закручивает оппонента Тайфур. Хорошо уходит под руки. И, в общем, никаких шансов он пока Насиму Хусейну Аль-Катхи не оставляет. Очевидно, преимущество в классе. Ну и мне кажется, что в данном случае Тайфур Алиев работает даже с неким запасом. Он прекрасно понимает, что турнирный путь не прост и долог, и тернист. Посему выкладываться здесь на 150% не надо. Розовый призер Европейских игр. Участник Олимпийских игр в Токио. Итак, друзья, заканчивается перерыв, и самое время возобновить встречу. Если не произойдет какой-то трагедии, то, скорее всего, Тайфур Алиев заберет этот бой. Опять очень хорошо выдергивает оппонента Тайфур. Хорошо, по туловищу здесь пытался встретить с правой руки Насим. Очень спокойно контролирует пространство ринга Тайфур, маневрирует по всей площади, заставляя оппонента тянуться за собой, выбрасывать неточные удары, промахиваться, терять силы, терять уверенность. Ну вот здесь неплохо вроде бы попал таким тычком Насим Хусейн Аль-Катхи. Очень легко, очень спокойно. Опять же, да, Тайфур Алиев прекрасно понимает, что бой практически у него в руках, поэтому нет смысла рваться. Надо просто спокойно, без необязательных травм, закончить эту встречу и уже отправляться, готовиться к следующему поединку. Опять же, не расхлябанно, да, не без позерства. Просто уверенно на классе докатить до финального гонга и уже затем отправляться отдыхать. Очень старается Насим Хусейн, как раз в чем, а в старании ему явно не откажешь. Он пытается что-то изменить, он идет вперед, он выбрасывает какие-то удары, но понятно, что поймать очень подвижного, очень пластичного и чувствительного бойца, такого как Тайфур Алиев, на сегодняшний день Насим не в состоянии. Здорово, да, посмотрите. Просто играет соперником Тайфур Алиев. Хорошо. Вновь принудил оппонента атаковать своим джебом Тайфур. Заставил ударить мимо цели. Ну, то есть такой, знаете, боксерский мастер-класс выдает сопернику Тайфур Алиев. И сколько раз мы видели, да, подобные вещи, когда один боец явно забирает поединок у другого, но потом происходит какая-то оказия, столкновение головами, рассечение, попадает в локоть, в лоб, там еще как-то неправильно приходит кисть, и все. Травма, бой выигран, а продолжать турнир он уже не в состоянии на 100%, поэтому здесь, конечно, нужно просто спокойно, внимательно доработать, что, в общем-то, Тайфур Алиев очень профессионально и делает. Стоп! Вот и все. Завершен поединок. Я думаю, нет нужды говорить о том, кто его выиграл. Все было уверенно, все было спокойно. Без лишних нервов. Дальше. Эй!
The winner of this bout by unanimous decision is the boxer from blue corner, Alim Tayfur from Azerbaijan. Да, Тайфур Али одерживает победу в этом противостоянии без каких-либо вариантов. Молодец, ждем его дальше. И он вполне, кстати, с таким уровнем, и с такой техникой, и с такой формой может добраться до медалей. Третий поединок весовая категория до 60 килограммов. Рефери боя Богдан Багдасарян, Армения. Боковые судьи. Первый стол Россия. Второй Азербайджан. Третий Южная Корея. Четвертый Шри-Ланка. Пятый судейский стол Непал. Рефери бой номер 3. Рефери Богдан Багдасарян, Армения. Judges are from Russia, Azerbaijan, South Korea, Sri Lanka, and Nepal. В ринге приглашаются боксеры третьей пары весовой категории до 60 килограммов. Санчес Филипе де Лама, Бразилия. Хусейн Салим Салим, Бангладеш. Ну что ж, друзья, вот, пожалуйста, первая страна, которую мы называем экзотической, если говорим о боксе. Ну, вы сами слышали. Ну, кстати, если мы говорим как раз о ребятах из Бразилии, то давайте вспомним просто Олимпийские игры. И давайте просто вспомним, что один из представителей этой страны стал олимпийским чемпионом. А в финале одержал победу нокаутом над представителем Украины. Причем, да, совершенно сенсационную. Давайте смотреть. Филипе Санчес де Лима. Здесь почему-то он называется как Лама. Но у меня в протоколах он как де Лима, что, наверное, больше соответствует истине, ну, потому что это больше привычно. Ну да ладно, поехали дальше. Оппонирует бразильцу спортсмен из Бангладеша. Салим Хусейн. Идет вперед бразилец. Работает в правосторонней стойке. Салим классический левосторонний. Отвечает, старается встречать правым боковым. Сейчас поменял, кстати, Салим стойку. Тоже действует из левши, но и работает пока довольно размашисто, если мы говорим про силовые удары. Пока что все достаточно осторожно. Пока без излишнего риска. Парни прощупывают друг друга. Неплохо. Пытался подхватить Делима атаку. Вот, пожалуй, так пристреливается пока бразилец. Ну, то же самое можно сказать и про Салима. Здорово. Вот это было хорошо сейчас. Правда, Салима успел сблокировать удары оппонента, но как вывел себя на эту атаку де Лима, тоже достойно отдельной отметки. Хорошо раскачивает, да, здорово готовит вот эту свою двоечку де Лима. Своими действиями провоцируя оппонента на какие-то контраргументы. И там дальше уже в повторной атаке начинает работать. Но пока давайте скажем, что Хусейн Салим пока довольно надежно прикрыт. Вот
Меньше минуты до конца первого раунда. Пока что все очень ровненько. И за первые две минуты я, честно говоря, хороших попаданий не углядел. Вот здесь поджал вроде бы канатом Делима, но силовых ударов мы не увидели. Просто набросил плечом. Здорово отзащищался Салим. Рефери из Армении сделал замечание Салиму за потенциально удар ниже пояса. Но там, по-моему, в район ватерлинии пришлось. Но было достаточно плотно в любом случае. Пока что оборона преобладает над атакой. Оба хорошо прикрыты. Оба неплохо защищаются ногами. И, честно говоря, вот здесь я бы не хотел оказаться на месте судей. Потому что все-таки раунд кому-то придется отдать. Стоп. Ну вот и все. Завершены три минуты. И я остаюсь при своем мнении, что выделить здесь кого-то явно, честно говоря, мне сложно. Да, вот здесь, кстати, финальный удар слева в той комбинации прошел у Санчеса. Любопытно было бы, конечно, подглядеть в судейские записки и понять, кому отдали. Ладно, я думаю, что мы это выясним чуть позже. Поехали. Неплохая двойка в исполнении Салима. Но опять же, неплохая не значит хорошая, потому что все это было в защиту. Достаточно собраны руки у Филиппе. То есть он не бьет размашисто. Нормально так заботится о защите своей. Что касается Салима, то периодически он грешит такими размахайками а-ля свадебные удары. Но при всем при этом Филиппе далеко не всегда его наказывает. А вот сейчас был неплохой левый прямой в исполнении бразильца. И здесь уже левый сбоку попадает еще один удар слева. Ну вот так мы видим, по чуть-чуть, постепенно, полигоньку начинает подбирать ключи к сопернику Филиппе. Здорово через туловище на голову пытался перевести представитель Бразилии. Явно включился Делима, явно. Стал действовать более нацеленно, более агрессивно. Двоечка. И причем, смотрите, не провалился, да, после силового удара слева. Был готов. И здорово через туловище. Опять на голову старается переводить. Хусейн Салим задумался. Очевидно, задумался. Стал брать больше пауз. И он теперь больше заботится о защите себя, нежели о том, чтобы сделать сопернику побольнее. Да, вроде... О, вот здесь опять, смотрите, начинает наносить удар откуда-то от бедра, от груди, не от бороды. Салим Хусейн, и дает шансы на обмен он Делима. Хорошая атака, и сразу вышел из нее Филиппе. Таким образом, нет... О, здорово. Очень хорошо спровоцировал здесь Филиппе оппонента на правой прямой. Туда тут же ему два навесил в контратаке. Очень грамотно пока проводит этот раунд Филиппе Делима. Понимает прекрасно Хусейн, что он должен атаковать, что он должен идти вперед, потому что раунд пока явно остается не за ним, но при этом делает это без подготовки. И, соответственно, у Филиппе Делима есть дополнительные шансы на то, чтобы перехватывать атаки соперника, сразу бить на опережение. Вот здесь. Шикарно. Короткая оттяжка и два удара в исполнении Делимы. Десять секунд до конца второго раунда. Вот теперь уже здесь все гораздо более очевидно. Явно Филиппе Санчес Делима
забирает эту трехминутку. В синем углу ринга готовится к продолжению боя Хусейн Салим Салим, Бангладеш. Боксер 92-го года рождения. Па. Счет боя не ведет. И является чемпионом Бангладеш 2021 года. Лучший боксер чемпионата Бангладеш. Ну вот вам и достижение. Лучший боксер чемпионата Бангладеш. Итак, третий завершающий раунд. Неплохо с правой руки атакует Салим. Здесь хорошо. Серия взрывается Де Лима. Ну и сказали боксеру из Бангладеша в его углу, что надо бы активизироваться, потому что бой-то уходит. И пошел в атаку на характере забирать здесь Салим. Ну, молодец. Салим показывает характер, действительно показывает боевой дух, идет вперед. Да, вот здесь молодец, не провалился. Поменял стойку Салим на правостороннюю. Зря он это сделал, мне кажется. Ну, посмотрим, может быть, и в правостороннюю у него что-то получится. Нет, встал обратно в левостороннюю. Вот здесь было столкновение головами, мне показалось. Правый сбоку не доходит до цели у Салима. Почему-то ослабил свое давление Салим. Вроде бы неплохо так пошел вперед в самом начале раунда. Это было абсолютно оправданно. Это было очевидно, что необходимо атаковать. Но... вот здесь хорошо. Правый снизу не проходит и вытягивает оппонента на себя Де Лима. Через защиту здесь решил подзарубиться бразилец, но почему нет? Если есть масть, как говорится, если есть желание, есть силы, то чего бы не подраться-то? Стоп! Ну, не просто приходится Салиму сейчас, это очевидно. Тяжеловато дышит, но при всем при этом продолжает биться, продолжает вести сражение. Неплохая двойка. Еще одна туда. Зеркалит свои атаки Де Лима. Брейк. Стоп. Брейк. Бокс. 30 секунд до конца этого поединка. Вот это было неплохо. И тут же отвечает солидным ударом слева. Попадает вновь бразилец, забирает еще один эпизод. Ну, как, наверное, и весь бой в целом. Еще раз попадает Де Лима. Все, заканчивается встреча. Ну, я думаю, здесь все понятно. Филиппе Де Лима Санчес явно был получше, хотя, опять же, в желании жить Хусейну Салиму не откажешь. Так, слушаем. Единогласное решение судей. Да.
Представитель Бразилии побеждает, с чем мы его и поздравляем. Это было уверенно и вполне очевидно. Победу одержал боксер Красноболгула Санчес Филиппе де Лама, Бразилия. Ринг Б. Четвертый поединок. Весовая категория до 75 килограммов. Рефери боя Диас, Бразилия. Каковы судьи? Первый стол Замбия. Второй Россия. Третий Беларусь. Четвертый Италия. Пятый судейский стол Тунис. Ринг Ди. All number four. Рефери. Каве from Zambia. Италия number four. Итак, друзья, парни у нас потяжелели. Весовая категория до 75 килограммов. В красном углу, как вы слышали, спортсмен из Ирана. Махди Сарбас Бакшаеш. Ну и оппонирует ему представитель Шри-Ланки. Индика Мудиан Силаш. Ар. Опять же, да, мы говорим о том, что иранские боксеры – это скорее норма, да, то представители Шри-Ланки здесь далеко не всегда мы встречаем этих ребят и девчонок, которые сражаются на сколько бы то ни было высоком уровне. Sarbaz Bakshash Magdi from Iran. In the blue corner, Mudian Selash in the Cabeza. Ar from Sri Lanka. Abajo, el tío árbitro está. Se cumplimenta. Se da. Итак, поехали. Раунд под номером один. Смотрим. Иранец работает в правосторонней стойке, представитель Шри-Ланки действует классической левосторонней. И таком повыше ростом, да, подлиннее рычаги у него. Хорошая серия. И тут же, да, пытается закручивать вправо иранец, поскольку оппонент действует в левосторонней стойке. То есть, да, надо заходить за переднюю ногу. Ну и давайте посмотрим. Поменял стойку сейчас, кстати, боец по имени Индика. О, хорошо, довольно размашисто действует, но при всем при этом какие-то удары зашли у него. Угрожает постоянно правым снизу. Немного суетится, как мне кажется, Индика. Поджимает, поджимает все время Махди, но это и понятно. Здорово через туловище на голову пытается переводить. Обмен. Как-то безропотно пускает на ближнюю дистанцию своего оппонента Индика. Ну, тоже, кстати, иранец грешит тем, что работает размашисто. Особенно это касается его ударов слева. Хорошо, неплохая двойка. Тут же поставил на канаты левый сбоку. Там. По туловищу. Да-да-да, именно так и должен действовать Индика. По сути, он выше ростом, он работает против левши. Поэтому, конечно, если он из левой стороны стойки действует, надо бить больше справа. Достает правым боковым сейчас Мехди своего оппонента. Рефери делает замечание иранскому боксеру. Снова неплохо. Правый снизу, но в защиту принимает этот удар Мехди. Да, не стали парни тратить времени на разведку. Сразу кость в кость. Блокирует эти удары пока что Индика. Сейчас он в углу находится. Отходить некуда. Надо клинчевать. Так, придавил немножко голову соперника на ближней дистанции. А вот команду надо слушать. Да, и опять же делает замечание рефери боксеру из Шри-Ланки.
50 секунд до конца первого раунда. Хорошо. Подныривает под руки оппонента. И опять, смотрите, да, пробивает по печени. Тут же закрутил вправо Мехди. Все по науке. И вот здесь, да, здорово. Отрабатывает он на ближней дистанции. И опять делает замечание рефери на сей раз за удар открытой перчаткой. Вроде бы попал справа. Там почему-то застыл после своего движения Мехди. Не выполнил защитных действий. Ну и, как следствие, нарвался на плюху справа. 10 секунд до конца первого раунда. Ну вот чего не стоит делать Мехди, так это подходить к сопернику без ударов. Ну это вообще, в принципе, одна из самых серьезных ошибок в боксе. И здорово наваливает здесь. Посмотрите, попадает в бороду. Но он, бой не был остановлен. Почему-то выключился из эпизода представитель Шри-Ланки. И, конечно, ему навесил там очень прилично. Мехди. Сарбас Макшаеш. Мне кажется, что представитель Ирана забирает стартовый раунд. Он гораздо чаще попадал, его удары выглядели более плотными. Так что мне кажется, что стартовый раунд за ним. Одержал победу. Боксер является чемпионом Ирана. Итак, мы продолжаем. Второй раунд. Здорово опять подныривает под руки соперника Мехди. И хорошо закручивает вновь вправо. Отлично. Через туловище на голову пытается переводить своей серии иранский боксер. О, есть попадание с левой руки. Здорово, очень плотно достает. И опять, смотрите, грамотно закручивает вправо. Просадил, мне кажется, функционально своего оппонента Мехди. Замедлился явно. И по туловищу здорово. Там сдваивает удары по, через туловище на голову. Переводит Мехди. Старается вкладываться в свои удары боец из Шри-Ланки, но очевидно, что его удары становятся все более затянутыми, и он начинает вымахиваться. Он просто лупит куда-то туда, в сторону оппонента, и просто гоняет уже соперника по рингу. Вот здесь как бы... О, здесь просто уже перевод в партер состоялся. Да, большое преимущество в первой минуте этого раунда у Мехди Сарбаза. Левый снизу. Очень хорошо сдваивает удары боксера из Ирана. Причем, опять же, старается демонстрировать вариативность своего арсенала. Казалось бы, да, в боксе всего 6 ударов. Но сколько, сколько различных вариаций. И большую часть из них мы видим в исполнении Мехди. Поменял стойку и совершенно напрасно. Два удара четко в цель заводит Мехди. Причем опять, смотрите, да, неуловимым движением. Он раз дергает, заставляет соперника выбрасывать удары. Тут же короткая оттяжка и в повторной атаке начинает ему наваливать. Причем со всех положений, под разными углами. И все это там. Сложно, сложно пока что Индике. Здорово, отлично, по туловищу опять, да, как раз под правую руку сильнейший левый по печени пробивает. Явно замедлился Индика. Очень много ударов сейчас начал принимать на себя боец из Шри-Ланки, как бы это ни обернулось для него нокдауном, потому что мы видим, да, жесткие ноги. Просто стоит на месте, выбрасывает удары, которые... попадает еще раз слева очень плотно. Мехди еще один раунд за ним, вне всяких сомнений. Индика Армбугенсилаш, Шри-Ланка.
Боксер 91-го года рождения. И Хармушта его пошел в игре, да? Да, да, да. Эти бурочки, спецами, там у жюри. Пошел, Мэти. Баша болен می‌کرد. کمش خیلی ضعیفه. Seconds out. Итак, друзья, мы продолжаем. Это третий раунд, и весь вопрос в том, сможет ли добраться до финального гонга Индика, потому что во втором раунде он очень сильные удары пропускал, и что-то мне подсказывает, что эта тенденция будет продолжаться. Здорово отталкивает соперника. Ставя на канаты Макдим. Хорошо опять по туловищу, по печени. Много дыр в защите у представителя Шри-Ланки. Но опять же это связано и с усталостью, и с более высоким уровнем соперника. Опять же, мы знаем прекрасно, что очень сильнее всего изматывают те удары, которые ты пропускаешь. А нахватал уже очень прилично Индика. Поэтому, в общем-то, нет ничего удивительного в том, что он тяжело дышит, что его удары замедлились, что они потеряли в плотности. Опять хорошо закручивает вправо, но почему-то не бьет Махди. От души махнул иранец. И да, поставил соперника в угол. И есть удар. Это отсчет, конечно. Это отсчет. Готов продолжать. Ну, боец. Индика. Бокс. Есть еще одно попадание слева, очень хорошее в исполнении иранца. Да, уже просто не тая своих намерений, заходит на ближнюю дистанцию. Махди просто делает шаг вперед с ударом или без него. И, оказавшись на линии огня, начинает расстреливать. Да, рефери делает замечание Индике за захваты, но это единственный способ, которым он может спастись. Завязав соперников клинч, еще одно хорошее попадание с левой руки. Да, ну, конечно, просто тотальное избиение устраивает сопернику Махди. Сарбас. Стоп! Боксер! Стоп! Бокс! Вот здесь от души тоже хотел приложиться. О, попал! Жестко попал! И, конечно, это нокдаун. Второй в этом раунде. Второй в этом поединке. Показывает опять-таки Индика. Мудиан Селанж, что готов продолжать, но, в общем-то, это не имеет никакого значения, ибо бой завершен. Поздравляют Махди Зарбаза. Отличный поединок он выдал, но, опять же, я думаю, что здесь не нужно слишком обильно и сильно праздновать, потому что, ну, скажем так, оппонент был не высочайшего уровня, при всем к нему уважении. Давайте посмотрим, что он сможет продемонстрировать на фоне другой оппозиции. Рик Бэк в этом бою единогласно решением судей. Победу одержал боксер Красного Глана.
Да, представитель Ирана одерживает более чем уверенную победу, с чем мы его и поздравляем, и он движется дальше. Ринг В. Пятый поединок. Весовая категория до 75 килограммов. Рефери боя Кахрамон Каримов, Узбекистан. Боковые судьи. Первый стол Армения. Второй Азербайджан. Третий Иран. Четвертый Южная Корея. Пятый судейский стол Сирия. Ринг Б. Hold number 5. Рефери Карамов is from Узбекистан. The judges are from Armenia, Azerbaijan, Iran, South Korea and Syria. Ринг Б приглашаются боксеры пятой пары. Весовая категория до 75 килограммов. Алексей Симыкин, Диего Андрес. Ну что ж, дорогие друзья, ну а теперь, безусловно, все чаяния болельщиков будут связаны с нашим парнем. Вот он, Алексей Симыкин. Красном полу ринга Алексей Симыкин, Россия. Чемпион Европы по молодежи. В синем углу ринга. Очень техничный боец. Опять же, его форма мы увидели на недавнем, ну как уже относительно недавнем, дне бокса, который праздновался в Москве. И там Алексей выступал и шикарно совершенно выглядел. А оппонировать ему будет представитель Венесуэлы Диего Андрес Перейра Мехия. Окей? Good luck. Поехали. Хорошо сдваивает джеб Алексей. Тут же пытается подключать правую руку Мехия. О, здорово, левый сбоку. Было столкновение головами, по счастью, без рассечений. Раздергивает, прощупывает передней ручкой соперника Алексей, проверяет живот. Хорошо, здесь через финт опять атакует джебом. Откровенно вяжет руки нашего боксера венесуэлец. Здорово раскачивает, хорошо раздергивает Алексей. Отлично. Вот тут пытался подхватить атаку соперника Симыкин. Но в обмене, да. В обмене, конечно, надо быть готовым к тому, что и соперник будет попадать. Очень подвижен Алексей, но мы, опять же, это видели в его других поединках, да, отличная работа на ногах. Что касается Перейры, то мы видим, что он довольно жестко стоит на ногах. Поэтому вполне можно его обыгрывать, как раз растаскивать, что и пытается делать Алексей. Опять хорошо, передней рукой, на ножках, здорово. И, к сожалению, пока без продолжения. Но ничего, идет разведка, причем разведка довольно успешная. И пытается также со сбивом передней руки действовать Алексей. Я жду, когда он подключит уже силовую правую. Я думаю, что начнется все с удара по туловищу. Да, пожалуйста. Ну и ждем, ждем переводов на голову. Сейчас подавил Алексей. Да, вот есть первая попытка пробить справа. Причем слышим мы то, что говорят тренеры, которые находятся на трибунах. И упрекают они Алексея в излишне больших паузах, которые он делает. Но опять же, мы видим, что Алексей пытается переиграть соперника. Он пытается использовать его ошибки и провоцирует его на какие-то действия для того, чтобы подхватывать потом атаки. Да, вот-вот оппонент дает, дает возможности. Здорово, хорош, попал справа достаточно плотно Алексей. И опять, смотрите, откровенно вяжет левую руку нашего боксера венесуэлеса. При всем при том, что рефери находится там, с той стороны. Но при этом никаких санкций пока нет. Здорово встречает и левой рукой. Да, серия промахов в концовке этого раунда. Но мне кажется, все-таки почаще попадал именно Алексей.
мастер спорта международного класса Алексей Симыкин, Россия. Итак, друзья, мы продолжаем раунд под номером 2. По моему мнению, Алексей был получше в первом раунде, смотрелся поинтереснее, был поточнее, но при всем при этом... хорошо попал сейчас. Здорово, Алексей, смотрите. Венесуэлец готов, готов обмениваться, готов драться. Пытался левый на скачке исполнить Алексей сейчас. Хорошо, хорошо опять готовит силовой правый прямой. Ну вот, пожалуйста, сейчас советуют Алексею Симыкину подходить и бить. Ну и очевидно, что венесуэлец как раз ждет именно этого. Как, мне кажется, что Алексею нужно как раз наоборот провоцировать соперника на какие-то движения. И потом уже работать с оттяжками и, может быть, использовать повторные атаки. Просто Алексей поддавливает, пока без ударов, старается разыграть доверного. Да, стоит в углу, вот здесь здорово. Да, нет пространства у венесуэльца для того, чтобы отходить. И, конечно, конечно, вот здесь нужно использовать данный момент. Здорово, на выходе из клинча. Пол раунда уже позади. По-прежнему все достаточно тревожно. Кстати, неплох сейчас венесуэлец в этом раунде. Есть попадание с передней руки. Ну и смотрите, освоился сейчас Мехия. Здорово. И отвечает тем же Мехия. Готов, готов как раз встречать соперника правым прямым Мехия. Мне кажется, Алексею нужно почаще использовать левую руку. Да, прям джебом накидывать. Двоечка. Но опять же мы видим, что быстро достаточно стартует Алексей. Но готов его встречать, готов работать вторым номером. Тут как раз мне думается, что надо Алексею вытягивать на себя. Провоцировать соперника на какие-то действия, проваливать его и потом использовать повторные атаки. Так как он это делал в предыдущем раунде. Справа направо обменялись, попадает венесуэлец. Вот так, может получиться, потому что мы видим, что венесуэлец Мехия, он заряжен как раз на работу одиночными встречными ударами. Они у него быстрые, но они одиночные. То есть на этом нужно на оттяжках, мне кажется, работать Алексею Симыкину. То есть не лезть на оппонента оголтело, а как раз дернуть, оттяжка, повторная атака. Дернуть, уход, повторная атака. Но в первом раунде это проходило. Сейчас Алексей, к сожалению, не использовал это. Да, были попадания, но были они и у Мехии. Рифлэр в синем углу ринга готовится к должине боя Диего Андрес Перейра Мехия Венесуэла. Секонд аут. Итак, третий раунд. Смотрим.
Хорошо, проверяет живот Алексей, но вот опять же, не надо рубиться, надо обыграть, надо обыграть. Он может это сделать, мы это видели. Вот опять же, передней рукой дал, назад, раз, два, три. Передней рукой дал, в сторону, раз, два, три. Готовит, готовит одиночный встречный удар. Мехия, совершенно очевидно. Раздергивать, раздергивать. Все время в движении. Не нужно стоять перед соперником. Ну, левый на скачке не проходит. Но, по-моему, подустал. Немножко задохнулся Алексей. Ну, опять же, это зрительно. Да, может быть, это не так. Здорово живот проверяет. Ну, а где же? Почему бы не сделать самаркандский привет? Левый в туловище, правый в голову. Вот, проходит же, проходит. Вот, молодец, молодец. Минута прошла, несколько неплохих эпизодов Алексей Семыкин забрал. Ну и вот так же через переднюю ручку, почаще, почаще беспокоить, напрягать соперника надо. Живот, голова, вот так, да, и на оттяжках, потому что будет выбрасываться венесуэлец 100%, потому что у него нет другого плана на бой, нету. Еще раз живот. Но нет, левый сбоку пытается. Самое главное еще не проваливаться. Вот мы видим как раз на одиночное действие Алексей начинает выпускать 1-2 удара. Мехе, и этим надо пользоваться. Вот так, вот так. Есть! Здорово! Отлично подготовил двоечку Алексей Семыкин. Еще один эпизод явно себе в актив записывает. Российский боксер. И... отлично закрутил. Здорово, здорово. Леша танцов острова. Короткий, короткий левый на скачке. Вот здесь не нужно давать сопернику шанса. Потому что если сейчас... Вот, вот, мне интересно, почему Михей не идет вперед. Да, здорово, здорово. Со сдвоенным джебом дальше готовит. И через руку пытался пробить. Алексей пошел в атаку, начал работать первым номером. Михей, ему тут уже можно на отходах сайдстепами, потому что если сейчас венесуэлец полезет на соперника, вот тут уже можно с сайдстепом. Раз, два, три и пробивать на отходе. Но пока мы видим, что не делает этого венесуэлец. Ну, где же подхват атаки. Вроде бы все делает правильно ногами. Видит атаки соперника Алексей, но ударов контратаки он не выпускает. Все, закончен бой. И я думаю, что Алексей его забирает. Да, это было нервно, да, это было непросто. Но, опять же, никто не говорил, что будет легко. Красному публика на продолжение поединка готовится Стефан Локкарс и Ломандия. На счет 1997 года рождения. Счет на один день. Капа у него. Winner of this bout by unanimous decision is the boxer from the red corner, Алексей Семыкин. Да, Алексей Семыкин побеждает, молодец. Опять же, еще раз подчеркиваю, что это было непросто, это было нервно. Но, с другой стороны, самое главное, результат достигнут, и Алексей движется дальше. Ринг бой. Шестой поединок. Весовая категория до 75 килограммов. Рефери боя Сергей Журкин, Россия. Боковые судьи. Первый стол Бразилия. Второй Италия. Третий Беларусь. Четвертый Шри-Ланка. Пятый судейский стол Непал. Ринг Б. Момент номер 6. Рефери. Сергей Журкин from Russia. The judges are from Brazil, Italy, Belarus, Sri Lanka, Nepal. В ринг приглашаются боксеры шестой пары. Весовая категория до 75 килограммов. Дорфечи Кирилл Мокои, Миршалиф Казим Заде. Давай, ялла!
Итак, друзья, мы продолжаем следующий поединок. Также весовая категория 75 килограммов. Шариф Казимзаде и его соперник из Конго Дорфече Гириан Мукури. Кстати, что касается Эль-Шарифа Казимзаде, то он был призером очень престижного и крупного международного турнира имени Короткова, который проводится обычно на Дальнем Востоке. И вот Мир-Шариф там стал третьим. Смотрим. Хорошо, живот сразу Мир-Шариф проверяет. Ну, в целом, боксер подготовленный, обученный. И очень интересно, что из себя представляет боксер из Конго. Да, потому что в целом довольно сложно следить за выступлениями африканцев. Как то любительский ринг, как то профессиональный ринг. Потому что нередко бывают случаи, когда приезжает такой подарок из Африки и роняет чемпиона мира в первом раунде. Мы с вами это видели, не хочется лишний раз вспоминать. Head up, Red. Head up. Подлиннее рычаги у Дорфече, повыше ростом. Head up, Red. Но, очевидно, ноги побыстрее у Мир-Шарифа. Сам он, в принципе, тоже побыстрее, потехничнее. Тянется за оппонентом конголезец. Надо этим пользоваться, надо ловить. Здорово через туловище на голову Мир-Шариф. Хорошо по печени пробивает Казимзаде. Но слепин, Крис, заставляет но слепин оппонента мазать. Правый снизу неплохой в исполнении Дорфече. Хорошо, серийно отрабатывает на ближней дистанции Мир-Шариф. Левый на скачке. Тут же, да, мы видим, сталкивает соперника. Хорошая защита. Да, очень зрячая. Энергии, уклоны. Заставляет оппонента сотрясать воздух над собой. Попадает передней рукой Мир-Шариф. Да, сдваивает слева. Не забывает по туловищу атаковать. Ну, пока что все по науке, все спокойно. О, попал очень жестко левый сбоку. Прям голова так дернулась. Нехорошо у Дорфече. Здорово опять по туловищу. Там есть дыра в защите как раз под удар по печени. При этом мы видим, что ловит правую руку соперника Шариф. Еще раз туда. Да-да-да, высоковато держит блок Шариф. Казимзаде, и понятно, что туда будет наваливать постоянно. При этом мы видим, что удары у Шарифа достаточно плотные. Есть, есть. Левая рука отличная у Казимзаде. Попал и справа теперь уже. Ну, потихоньку разбивает оборону соперника. Вот такой блок олдскульный применяет сейчас Дорфече. Ну, очевидно, разница в уровне, очевидно, разница в классе. И заканчивается раунд, он остается, ну, не то чтобы за явным преимуществом, но вполне очевидно за Шарифом Казимзаде. И мы видим, как тяжело восстанавливается в свою углу Дорфече Гириан Мукури. Досталось ему порядком. Ну и опять же, очень много ударов по туловищу он принял на себя. Там и в голову несколько раз хорошо достал его Шариф. Очень грамотно варьировал свои атаки Шариф. Мы это видим через туловище, на голову, да. Причем, опять же, правое туловище, левое в голову. Левое туловище, правое в голову, да. Крестил свои атаки. Вот тут отличный удар. Round
Тайм. Да, стул забыли убрать, секунданты конголеса. Ну, бывает такое. Продолжаем. Второй раунд. Шариф Казимзаде из Азербайджана в синем углу против представителя Конго Дорфечи Гириана Мукури. Хорошо, здорово опять в защите и в контратаке действует Шариф. Здорово по туловищу, мощно. В каждый удар практически вкладывается Казимзаде. Вот эти удары по туловищу рано или поздно окончательно просадят функционально Дорфечи. Мне кажется, это уже происходит с конголесом, но чем дальше, тем будет сложнее. Начинает работать более размашисто Дорфечи. Но слепен блю. Опять хорошая защита. Снова левый на скачке. Кеда, прям, стоп! 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 Окей. Активно вот поддерживают Шарифа Казимзаде. Здорово. Хорошо. Но слепин, блю. Но слепин. Левый сбоку. Тут же вышел из своей атаки. Ну вот сейчас, я думаю, Шариф вполне может попробовать какие-то вещи, которые не часто используют в своем обыкновении. Потому что, ну, оппонент явно слабее. По уровню ниже. Вот тут, смотрите, какая отчаянная атака в исполнении конголеса. Туда несколько ударов попытался нанести. Ну, понятно, что подобные выпады едва ли каким-то образом удивят Шарифа Казимзаде. Боец гораздо более высокого уровня, более техничный. Поэтому здесь первостатейная задача Шарифа — просто переработать своего оппонента, по возможности сохранить максимум сил, не получить каких-то ненужных травм. Но слепин, блю, но слепин. Но слепин, говорит. Попытался пробить правый снизу Дорфечи. Но очевидно, что скорость ручная его падает. Стоп! Ну, он и так не баловал нас какими-то невероятными экзерсисами с точки зрения работы ног. Очень размашисто действует. Но при этом парень с характером. Да, то есть очевидно, что ему тяжело, что он уже много ударов на себя принял, но, смотрите, периодически предлагает сопернику вот такие атаки. Заканчивается раунд по номерам 2, и тоже здесь, в общем-то, все понятно. Боксер является чемпионом Азербайджана. Требуется под руководством его руса. Также на повторах мы видим, что Шариф особых проблем в этом раунде не испытывал, за редким исключением, когда только взрывался отчаянными атаками Дорфечи. Раунд 3. Тайм. Хедап. Бокс. Стоп! О, да. Опасно, опасно было головой сейчас. Да, и надо протереть, показывает рефери, надо протереть Шарифа. По счастью, без рассечений. Вот как раз это то, о чем я вам говорил, дорогие друзья, что Шариф Казимзаде забирает этот поединок, но при всем при этом какая-то ненужная, да, глупая травма может перечеркнуть его турнирные перспективы. И смотрите, на характере Дорфечи сейчас атакует Шарифа. Но здорово, Шариф перехватывает атаку.
Еще раз подчеркиваю, что в чем-чем, а в характере Дорфеча точно не откажешь. Да, пусть уровень не очень высокий, да, пусть удары летят под самыми разными, порой невероятными траекториями. Стоп! Траекториям, стоп! Но... Здесь неплохо. Попал, смотрите, попал Дорфеча. Ну что, неужто расслабился немного Шариф? Попытался пробить право через руку, причем на коротком смещении. Но пуш. Но холдинг, Грет. Но холдинг. Отлично. Левый снизу через уклон наносит Шариф. Стоп! Степбэк. Степбэк. Бокс. Снова обменялись. Крепкий парень этот Дорфеч Мукури. Не так-то просто его сломить. Уже очень много ударов он на себя принял. Я думаю, вы согласитесь с этим. Минута до конца этого поединка. Ну вот здесь, я думаю, да, Шарифу, опять же, как я уже говорил, нужно просто докатить до финала. Нужно дойти до гонга последнего. И уже хорошо попадает справа Шариф. Решил подавить Шариф Казимзаде. Но слепит Грет. По туловищу. И снова через руку пытается пробить. Хорошо, хорошо это было, да. Пусть и не зашло, но, знаете, с прицелом на дальнейшие поединки это, в общем, было совершенно не лишним. Что касается Дорфеча, то по большей части он старался просто отстреливаться передней рукой. Получает сейчас левый сбоку. Еще раз. Ну и все. Звучит сирена об окончании встречи. Я думаю, что здесь тоже все понятно. Победу должен одержать Шариф Казимзаде. Казимзаде побеждает своего оппонента из Конго и проходит следующий этап. Четвертый – Азербайджан. Пятый – судейский стол – Армения. Ring B, ball number 7. The referee Utuku from Kenya.
The judges are from Zambia, Russia, Uzbekistan, Azerbaijan, Armenia. В ринг Б приглашаются боксеры седьмой пары. Рафаил Муно Ахмад Госан. Красном углу ринга Рафаил Муно, Италия. В синем углу ринга Ахмад Госан, Сирия. In red corner, Rafael Muno from Italy. In the blue corner, Ахмад Госан from Syria. Итак, друзья, заключительный бой вечерней сессии чемпионата мира среди военнослужащих ринг Б. Рафаэль Муно из Италии против Ахмада Гоусона, представителя Сирии. Бокс! Смотрим. Итальянский боксер сразу начинает давить. Кстати, его мы помним по выступлению во всемирной серии бокса WSB. Но, правда, там он особого успеха не снискал. Тем не менее, все равно выступал на неплохом уровне. В целом, кстати, у итальянцев есть очень неплохие боксеры-любители. Есть даже и чемпионы, есть великие чемпионы. Но, опять же, скорее это такой штучный товар. Рек! В силовой манере работает Ахмад. Неплохо. Самое главное, вовремя вышел из своей атаки Рафаэля. Может быть, он и далеко не все попал, то, что выбросил, но при всем при этом самое главное, что оборонил себя. Брэк! Стоп! Вот! Делает замечание рефери бойцам за захват. Но он был обоюдным. Хорошо, здорово здесь действует в обороне Рафаэля. Много достаточно пауз делают парни, много подготовительных движений. Опять же, как мы знаем, регламент боев 3-3, то есть в целом дистанция это небольшая. Хорошо, здорово перехватил атаку соперника Рафаэля. Очень недурственно. Еще. Но вот здесь и Ахмад уже пару ударов до цели довел. Но все это выглядело, так скажем, не очень подготовленно. Прям бросается на оппонента в атаку Гоусон. И очевидно, что Рафаэль готов подхватывать атаки оппонента, готов его проваливать. Заканчивается раунд, и, как мне кажется, эту трехминутку забирает Рафаэль Муно. Италия. Боксер 89-го года рождения. Боксом занимается 15 лет. Ринги провел 110 поединков, 70 боях, одержал победу. Боксер является чемпионом Италии. Переводится под руководством Дандрея Рикардо. Seconds out.
Итак, продолжаем, дорогие друзья. Это раунд под номером 2. Рафаэль Муно против Ахмада Гоусона. В первом раунде Рафаэль очень неплохо подхватывал атаки своего соперника. Очень грамотно действовал вторым номером. И сейчас продолжает это делать. И, кстати, друзья, я подсмотрел в угол Рафаэля Муно. Не слышал, что говорил ему угловой, да, ну и, в общем, по-итальянски не особо разумею. Но, по крайней мере, я увидел движение. То самое, которое применил Рафаэль сейчас. Как раз на опережение сразу ударил левый сбоку. Этот удар прошел у Рафаэля. Продолжает тянуть соперника на себя. Рафаэля продолжает грамотно действовать вторым номером. И опять хорошо сайдстепом заставляет оппонента мазать Рафаэля. Смотрите, какая дистанция большая, да, это учитывая то, что парни, в общем, не очень высокие. Но при всем при этом... Здорово, здорово здесь атакует уже с правой руки Ахмад. Двоечка. И тут же подхватывает ее ударом слева Рафаэля. Много работы на ближней дистанции. Понятно, что это негативно влияет на динамику боя. И смотрится это не очень технично. И вот опять, смотрите, ситуация повторяется раз за разом. Пытается достать оппонента двойкой Ахмад. И тут же ему туда в контратаке левый сбоку заворачивает Рафаэль Муно. Хорошо. Пытаются обмениваться. И еще, еще. Кстати, вот, походу, один из главных ударов. Визитная карточка Рафаэля. Это как раз вот левый сбоку, который он раз за разом применяет. И довольно успешно. Ну, а что касается Ахмада, то я думаю, что ему надо чуть добавить вариативности в своих атаках. Потому что... Он использует только двойку на подходе, и понятно, что оппонент уже к этому давно приспособился. Оп! 20 секунд до конца второго раунда. Хорошо здесь выходит из своих атак Рафаэль Муно, заставляя оппонента сотрясать воздух. Пока все. В синем углу ринга готовится к продолжению боя Ахмад Гасон, Сирия. Боксер 96-го года рождения. Боксом занимается 12 лет. Ricky Barrow, 150 поединков, 80 призер чемпионата мира среди военнослужащих. Тренируется под руководством Хусейна Гасуна. Hai fatto tanto per stare qua, lo vuoi vincere? Sì, pensavo. Итак, друзья, все готово к старту третьего финального раунда. Round 3. Бокс! Ух, интересно. Здесь опять Стоп! Продолжается борьба. Ну, смотрите, стал активнее атаковать и использовать уже другие комбинации Ахмад Гоусон. Здорово по туловищу Рафаэль атакует, но, смотрите, пытается уже подхватывать атаки соперника и сам представитель Сирии. Стоп! Здорово по туловищу, по печени. Также хочет работать со снятием руки
Ахмат Доусон. Промахивается, да, и тут прям Муно плечом залетел в туловище сопернику Рафаэля Муно. Очень много клинча, очень много работы на ближней дистанции. Причем такой довольно вязкой. Не всегда чистый, не всегда найдет по правилам. Вот опять, смотрите. Чуть больше минуты до конца этого поединка. Ну и почти 30 секунд простояли просто в клинче. Парни, здорово, здорово здесь. И один пытался отработать силовым ударом справа, второй хотел подхватить атаку. Но опять же, КПД был очень невысок здесь. Здорово по туловищу. Ну, молодец, кстати, в этом раунде. Прям молодец Ахмат Гоусон. Он сумел прибавить, он сумел изменить немножко тактику своего боя. Стал выбрасывать другие комбинации, стал действовать чуть более вариативно. Но не знаю, поможет ли ему это забрать раунд, честно. Потому что, окромя ударов в корпус, я, в общем-то, ничего и не увидел здесь. Десять секунд. Ну и все. Заканчивается этот бой. Давайте же узнаем, кто. Забавная картиночка. Итак, слушаем. The winner of this bout by unanimous decision is the boxer from the blue corner, Ахмат Гоусон. Да, смотрите, Ахмат Гоусон признан победителем в этом противостоянии, с чем мы его и поздравляем. Молодец, на характере вырвал победу. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой получилась вечерняя сессия на ринге Б в рамках чемпионата мира по боксу среди военнослужащих. За СИ будем с вами прощаться. Меня зовут Роман Мазур. Большое спасибо за внимание. И больше вам боев, хороших разных. Счастливо, пока. Начало дневной программы в 12 часов. Начало вечерней программы в 17 часов. Всего вам доброго. The session is over. Thank you for your attention. Красноводный канал продолжение боя готовится Иван Сарайда, Россия. Посетитель 26-го года рождения, Сарайда Токса, ваш друг на десантный бокс. Вам чемпионат России 2019 года. Приглядите, пожалуйста, на вас из этого боя с изображением Лукаса, Александра Фанина и мастера спорта СССР Германа Игнатьева. Thank you.
And